скалы, водопады, блин. Красотища. Как они спускаются, я... Это с детства надо. Вот я пробовал себе там, срезал, где я в двух местах. Ну там дорога была явно не такая, и то... Есть обвалы, есть камнепады. Даже без обезьян. Пока вершины закрывают, не видать вершин. Куда? Привет тебе! Я знаю точно человека, который... Я понял. Расстояние хорошо. Привет тебе, привет. Обезьяна. Так, а мне вот туда. Карабкаться вверх. Ну ничего. Сегодня хочу дойти к той точке, где возле храма я там мандира был, ночевал. Там вода. Туда. Дойти и отдохнуть там несколько дней. Малому делает санитарную обработку, да? Просматривает. О, еще маленький вообще. Намаскар. Стоят здесь, ну вот для тебя там и там сидят, здесь сидят, что поэтому. Ариум.
Это вообще маленькая тоже. Может броситься, говорит, вот. С такими вязками. Так, я уже почти пришел, ну, можно сказать, вот вниз, мост Чирха, и все, и буду там возле темпла вниз идти, продукты взял, на 3 дня буду отдыхать, вот сегодня этот ролик сделаю, сегодня понедельник, вы его увидите в среду, вторник, праздник, я отдыхаю. Да и в среду буду отдыхать, наверное, выйду аж в четверг, посмотрю там, даже не знаю. Ну, 2 дня точно я, на 2 дня я точно останусь. Что 2 дня буду, это я даже не сомневаюсь.
Ну, я и хотел дойти, хотел остановиться.